Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова сели на проекте Мазин Холи Плей. Это второй сервачок, все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу весеннюю сборочку, которая вышла, ну, примерно уже месяц назад. То есть, да, пацаны, это не новая сборка, но она довольно-таки прикольная, хорошо проработана, есть очень классный ханпак, замененные дороги, очень красивая природа, поэтому я думаю, вам такая сборочка реально понравится, тем более, что потом не было вопросов, с какой ты сборки играешь, я для вас записываю это видео. Как я думаю, вы знаете, то, что сейчас, как бы, в моей стране происходит не самые лучшие времена, из-за этого, как бы, нету роликов. Но сегодня 1 марта, я решил для вас записать видео про сборку, потому что, я думаю, многим надоело играть зимой, поэтому это видео специально для вас. Я надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Ну а для тех, кто собирается играть на проекте Мазин Холи Плей, есть, конечно же, мой промокод. Пишите /mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 350 тысяч. Ну а я всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, это сборка Шинамури Токио. Ссылочка будет на игру в описании, где вы сможете скачать эту сборку. Да, пацаны, эта сборка не новая, я об этом говорил. То есть эта сборка вышла месяц назад. То есть, да, пацаны, это не свежая сборочка, но она очень пиздатая. То есть здесь замененные дороги, здесь замененные звуки, замененный ганпак. То есть сборка реально очень хорошая. Тем более, в последнее время я играю только на сборке Токио Шинамури. То есть другие сборки я не юзаю. Поэтому я решил записать именно обзор на эту сборку, потому что я с нее буду играть в ближайшее время. Да, конечно, здесь как бы остался еще лед, потому что, ну, как бы это, я думаю, никак не убрать, потому что это именно на самом проекте загружено. И некоторые именно деревья тоже заснежены, но, в принципе, особо в глаза не бросается. В целом, сборка очень прикольная. Честно, мне изначально эти дороги не нравились, как бы. Я давно, как бы, эту сборку видел, но, как бы, у меня еще зима была, и, типа, я не особо хотел переходить на весну. Сегодня, как бы, наступила весна, и я решил скачать эту сборку, и честно, мне она очень понравилась. Да, эти дороги сначала мне показались очень необычные, но в целом ты как бы к ним привыкаешь. Поэтому сейчас я предлагаю как бы поехать на дуэльки, показать вам ганпак, показать вам звуки, и потом уже покажу все остальное. Короче, пацаны, вот такая вот охуенная просто сборка оружия. Я считаю то, что, блядь, самое просто красивое, то, что может быть. Вот реально именно звуки, именно дига, вот это все оружие, реально максимально просто пиздатое. Ну реально, ебашит просто. Вот эти звуки, ебать, проработка, вся хуйня, ебать. Дигл охуительно просто выглядит, чекайте просто. Арабочка тоже пиздато выглядит, дробашек, ай-яй-яй-яй-яй. А картинки вот эти возле худа просто, блядь, бомба, реально, просто бомба. Мне прям очень сборка нравится, но реально очень кайфовая. You're supposed to fly. You're supposed to fly.
По итогу в этой сборке много чего заменено: ганпак, скины в плане мафии, там ОПГ и так далее. Также здесь стоят другие деревья, худ, прицелы, генерал, эффекты, рюкзак там и так далее, по мелочи, короче. Сборочка реально получилась очень классная. Да, пацаны, хоть этой сборки и месяц, но я считаю то, что это самая лучшая на данный момент весенняя сборка, поэтому кто желает, можете ее скачивать, ссылочка будет в описании под видео. Даже та самая рублевка, пацаны, выглядит очень красиво с этими деревьями. Да, дороги, возможно, не всем нравятся. Я сам, когда первый раз увидел, я такой, типа, что это такое? Но я покатался, вот посмотрел, мне реально, в принципе, все понравилось. Поэтому, кто желает, кому тоже понравилось, можете, как бы, заходить в описание и тоже скачивать данную весеннюю сборочку. Потому что, все-таки, наконец-то уже пришла весна. И поэтому, пора уже убирать зимние сборочки и скачивать весенние, просто кайфовать. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите ко мне на второй сервачок, кто желает, как бы, вводите мой промокод, я вас могу принять в семью, в компанию, чем смогу, тем помогу, всем пока-пока.